новичок. Я сбился со счета, надеюсь, все ок. Это старенький звучок, это мой рэпачок, который так нужен, потому что греет мою душу. Не ради куша, вроде есть что покушать, не помешает уши, вроде жизнь здесь есть что послушать. Кто-то на авто, я пешочком для метро, кто-то пашет на себя самого. И я же жду, когда дома не будет никого, и тогда я с удовольствием достану микро. Я буду откровенным перед самим собой, хотя это не всегда легко в своих треках. И соответственно с тобой, согласись, прикольно возвращаться домой, лишь бы дом не становился тюрьмой. Пока я не спою все песни, не пойду на покой. А песен еще много. Как настрой, летом или зимой, живу сердцем, думаю головой, наслаждаясь красотой, пишу текста легкой рукой. Обзавестись бы женой, скоро сезон, отдам пас правой ногой. В нагатинском затоне нас ждет стадион. Вечерами я что-то читаю или рифмую, или по телеку смотрю футбик. Быть может, научиться собирать кубик-кубик. В этой жизни кого-то 30 уже рубит. Хватило бы жизни выполнить все, что тут задумал. Кто и зачем все это придумал, уверен, ты над этим думал. Или думал, быть может, обменять на доллар свой рубль. Но суть не меняется от курса купюры, потому что ты сам все это придумал. А вот оно как, а ты как?